Всем привет, с вами снова Денчик, и сегодня мы продолжаем проходить Dishonored. В предыдущей серии нас, подставили. Грубо говоря, просто тупо отравили, доставили вот сюда, вот в какое-то непонятное место. Мы сейчас должны с этого места непонятного выбираться. Да, вот здесь вот мы оказались тогда. Вот в этой фигне. Я уже отсюда выбрался. Теперь нам надо свое снаряжение вернуть обратно. Блин, а ты что тут делаешь? Еще один? Телепортатор хрена. Да вы тут не одни, судя по всему. Отсюда выхода нет. Палят. Бля, ты охерел? Иди отсюда. Ага, стреляй, стреляй, лошара. Что тут выхода нет? Нахера я вниз тогда поплёшься? Ах ты! Вот и все. Блин, а как отсюда выбраться-то? Наверх? Наверх нет смысла идти. Там тоже выхода нет. Или что, надо вниз было? Мне кажется, я бы это не пережил бы. Если бы я вниз прыгнул. Или пережил бы. Черт-то знает. Так, это я уже исследовал. Не стопать что ли? А, ну там вода. В принципе, можно это пережить. Прыгай. Рыбы какие-то тут, которые, конечно же, меня сожрут.
Что там за херня? Крыса, блин. Это что за хрень плюется? Я чё никак не по... Ай, бля! Её, походу, никак не это, не убить. Вот это вот растение. Или что это? А, ты зомби? Иди в жопу. Тут, походу, эти зомбари до хрена. Ух, открывай нафиг. Опять зомби. Иди в жопу. Это где? Я сдох, что ли? Ну, зашибись. Просто зашибись. Сейчас они отсюда выйдут. Ну, конечно. Иди в жопу. Тут зараженных. Пипец. Сколько же тут их. Охренеть. Я лучше вот так пройду. И так хп мало. Блин. А дальше куда? Очевидно, через дверь, да? Зомбари. Так, это человек или зомби? Это зомби. Блин, нужен ключ, а у меня ключа нету. Может, у зомби был ключ? Нет. Нет. Блин, а где ключ? Очень интересно. Нужен ключ, а ключа нет. Что ли?
чуть не застрял. Что-то это как-то странно все. Дальше-то куда идти? Сюда что ли? Да нет. Тут ключ надо. Заперто. Ни у кого из вас ключа нету. Жопу, а! Крысы долбаные. Так, это что такое? Кошель. Тут ничего нет. Как и тут ключ-то нету, ключа. Что, так что ли можно пройти без ключа? Можно в наглую пройти без ключа. А мое снаряжение вообще вон там находится. Нахерен просто. Лестница, это не лестница, ни хрена. Опа, а что такое? Сравнение с лестницей. Не работает. Странно. Туда надо что-то поставить. Опа. Подойдет. Что ли? А куда его вставлять-то? Наверное, не туда. Я подумал, что туда. Куда эту ворвань ставить? Что у нас? А, дверь закрыта. Воу. Цветки какие-то тут недружелюбные. Так, куда это вставлять, а?
сих пор понять не могу. Но не сюда же. Это бакфуст. Все-таки нужен, я так думаю. Ой, блин. Ну и фигня. Да это совать. Точно не туда. И сюда. Блин, а лестница что, не будет? Вот это ж как бы как лестница или что? Или это не лестница? Что это вообще такое? Вот как бы туда проникнуть, вот я не пойму. В жопу. А может я зря пошел сюда? Закидали, заплевали. Подожди-ка. Чё-то я не пойму. Чё это за фигня? Так. Ну что, туда проникнуть никак нельзя? Можно. Пошел в жопу. Поехали туда. Мне что-то кажется, я рановато туда попер. Опа! А. Тут я с вами-то разобрался уже, ребят. Опять эта фигня. О, ключи. А, не, пистолет. Пистолет мне нужен. И граната тоже нужна. Блин. Я все не могу понять, как мое снаряжение забрать. Thank you.
что мы откроем. Так, открыл. У тебя ключа нет, сучим? Польза-то есть. Гранаты тоже. Как снаряжение-то, кстати, забрать? Я что-то так и не понял. Для чего? Можно без снаряжения обойтись? Бля, зачем я кинул гранату? Я рановато пришел сюда. Ой, поздновато точнее. Бля. Так. А дверь-то открыть нельзя. Блин. Хватит меня плевать какой-то херней. Опять я промахнулся. Не работает эта херня, к сожалению. Ой, бля, вот я дурак. Бля, что-то тут непонятно. А как добраться до... до снаряжения-то своего? Да, блин, зачем ты гранату потратил? Вот по вот этому пути идти, наверное, скорее всего. Да, думаю, да. Намного логичнее и безопаснее. О, вот та комната, которую я видел там. Короче говоря, без шансов.
сохраниться, попробовать. И попробовать вот так вот. Нет, не так. Да, я уже попробовал. Ничего не получилось. Да. Почему? Почему я падаю? Что там, ничего нет, что ли? О, вот так. Куда забраться, вопрос. Так что ли? Вот никак. Да. Немножко не то, то, что я хотел. Ведь как-то туда засунули мое снаряжение. Да, как снаряжение это забрать? Вот что интересно. Да, я пошел, а толку-то ноль. Да идите нафиг. А! Я так и знал. Ничего путного это не даст. Блин, а как снаряжение собрать? Нет. Интересно. Очень интересно. Как же забрать свое снаряжение? Вообще туда не забирается. Странно, кстати. Почему он не зацепился за ту балку? И рискну. Вот сюда. А, рискнул. Охеренно я рискнул. Свалился тут же.
ползать по вот этой херне. Главный герой. Я не знаю, как туда забраться. Это очень сложно. Это вот надо вот отсюда пытаться вот туда забраться. Каким-то образом. А, кстати, можно, блин. Еще я туплю-то. Блин, зря я это сделал. Как тут забраться-то? Я вот не знаю. Я же не знаю. Вон там лифт есть, но он не работает. Походу, я рано сюда приперся. И надо в другую сторону вот тут идти. Ладно. Да, блин, чё эти крысы, блин, на меня все время? Короче, я понял. Мне, походу, не получится свое снаряжение забрать. Там, потому что это жесть какая-то. Я не знаю, что делать даже. Погнали туда-сюда. Снаряжение подождет. Да к тому же, у меня уже есть часть снаряжения. Ну и что загрузка такая долгая? Что за херня? Что за фигня? У меня, короче, загрузка длилась очень долго. Это было, ну ладно, как говорится. Нам же сюда надо. Во,
Грузилась же. Так, пистолет. Все берем. Что это за суммы такие? А, нужен ключ. А у меня его нет. Ах ты тварь, а! Мы же бессмертны, что ли? Так. На крышу он был. Знаю, как туда пройти. По вот этой вот фигне. Вот так. А ключ от станции. А где? Где ключ от станции? Поднять. А ты-то что тут делаешь? Должен быть ключ, а? Его здесь нет. Отсюда. Ага. У меня походу вниз. А вот и ключ. Сюда, погнали. Так, без снаряжения хер с ним.
слепые, что ли? Ух ты, блин. Вот и все, ребята. Я вас уделал. For your next trial, you must move unseen. Stay in shadow and avoid the light. Cross to the other side of the room without attracting notice. Thank you.
где ты? Где ты? А ты сдох, походу. Тебе вообще пофиг? Где ты? Ах ты! На! Strongest of you might kill me, but not a stranger, a man not trained in our methods, but perhaps he will. Remain on watch and kill him if you can. Maybe he'll surprise us both. So he's dead. Test yourselves against the horse. Two others could fight against the ticking clock. I've waited for this. Let's see if the outsider will save your life or mine. I am not fighting. For the men who poisoned you and left you to die. For your dead empress.